Всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье, последний день нашего отпуска. И я решила уборкой заняться. Сыночек пошел к дедушке с бабушкой. Вот так у нас в зале выглядит, в гостиной. Игрушки, игрушки и еще раз игрушки. Хотела быстренько все пересортировать, убрать, пока сынулька у дедушки. Здесь игрушки, здесь тоже целая полка у нас. Но места нам все равно не хватает для игрушек. Детская комната у нас на втором этаже, наверху. Там тоже все в игрушках. И я периодически сортирую игрушки, уношу все наверх. Но сынулька постоянно просыпается. Мама, это хочу вниз взять с собой, и это хочу вниз взять с собой. Потому что большинство времени мы здесь находимся, внизу. И вот я решила сегодня, наконец-то, провести опять ревизию, убрать все. Посмотрим, что из этого получится. Ну вот, что у меня получилось спустя некоторое время. Посмотрим, долго ли это. Столик. Без него никак. Здесь сынулька рисует, лепит, постоянно чем-то занимается. Вот. Осталось еще наклейки удалить. Я все с ними борюсь, никак не получается. Потихоньку по одной-две удаляю. Вот. Кухня так у нас выглядит. Когда она убрана, продукты внизу. В таком боксе. Здесь я пару машинок оставила, конечно. И наши здесь самые часто используемые деревянные пуцли. Такие наши буквы. Алфавит деревянный. И цифры. Мы изучаем так иногда. Так. Ну и мелочевку я убрала в комод здесь, сынульки. Все, собственно говоря, сортировано по полочкам всякие в этих икеевских ящиках. Все для лепки, пластилин. Просто какие-то различные игрушки, потом в одном ящике лего, в другом мелкие машинки. Вот так, все это цветок. Никак не выброшу, мама мне подарила на день рождения. Точнее говоря, не цветок, это, наверное, такая композиция. Здесь было все усеяно розовыми цветочками, мне жалко выбросить. Такая красота. Жалко, уже повяли цветочки. И вот, что у меня получилось. И это все пойдет наверх, в детскую комнату. То есть все, что я отсортировала, столько игрушек, отнесу, потом пойду наверх, все отнесу. Теперь меня кухня ждет. Буду убирать кухню, папа наш обещал приготовить нам обед сегодня, побаловать нас. Потом покажу вам. Некрасиво. Некрасиво, как я убрала игрушки? А мне нравится. Мне... Ты нагулялся с дедушкой, да? Ты устал? Не идет. Что не идет? Без игрушек. Без игрушек не идет? Да. Как же, они все наверх пойдут у тебя. Смотри, сколько тут игрушек. А вот в этих всех, смотри, тут твои маленькие. Иди посмотри. Ты же знаешь, где твои маленькие машинки. Ты посмотри, сколько маленьких машинок твоих всех. Вот твой лего, как всегда, здесь все так и лежит. Ты посмотри, сколько твоих маленьких машинок здесь. Так идет? Нет? Что, все опять раскидывать будем на диване? Да. Да, будем все кидать? Да. Тыщ-тыдыщ-тах-тадах будем все раскидывать, сынок? Ну вот, пришел начальник. Да? Будем все доставать по новой, да, сынулька? Да. Подожди, тяжелый. Все по новой будем доставать. Чик и все, да? Все. Давай куртку снимай. Давай, ручки мыть надо, кушать, сынуль. Ты слышишь меня? Сынулька. Давай, раздену. Сынуль, а что ты делаешь? Сынуль, ты работаешь? Сынок, ты работаешь? Да? Тебе даже некогда отвечать, да, сынок? Ты строгий?
Сынуля. Молодец. Сынуль, вкусная кашка с котлетками гречневой, да? Вкуснятина какая, правда? Вкуснятина какая, прелесть. Да, золотончик? И горошинки немного сделали. Горошики на тарелочке, да, кушай, солнышко. Ты проголодался, гулял с дедушкой, да, так долго? Да? На велосипеде катался и проголодался, да, малыш? Я на маленьком велосипеде. На маленьком поезда смотрели с дедушкой в Ицуге, да? Мой любимый маленький велосипед. Да, солнышко, кушай. Кушай, приятного аппетита, солнышко. Как я уже говорила, нам папа наш решил обед приготовить. На этот раз это будут бургеры. И бургеры, как они правильно называются. Вот, и покажу вам продукты, которые для этого нам понадобятся. Вот такие булочки для гамбургеров. 6 штук мы купили. 6 штук упаковка. Вот такие с Лидла. 300 грамм одной упаковки. 6 штук с сезамом. Мы уже брали вкусные. Так, потом вот такие вот премиум бургеры. Говядина, там 98% говядины, их можно, они уже гвюцт, ну, в общем, там уже все специи приправлены, их можно грилить и жарить. Вот, 2 штучки здесь, раньше были другие упаковки, по-моему, там 3 штуки было, теперь вот такие вот. Написано Hergestellt in Deutschland, там... Сейчас скажу, 98% говядина, ринфлеш, 250 грамм в одной упаковке. Вот, потом салат свежий. Салат блеттером будет нужен майонез. Это все продукты из Лидла. Помидорки. Потом вот такие гурпин стикс. Порезанные уже огурчики маринованные. И мы забыли специальный сыр такой, шальблетный, такие шайбы плавленного сыра. Специально мы раньше покупали, забыли. Мы просто взяли обычный сыр. Надеюсь, я ничего не забыла. Я неправильно сказала, это все будет делаться с свежими огурцами, а не с солеными. Теперь огурчики с помидорчиками. Thank you.